Кому-то может этот случай показаться курьезным. Вода полилась из газовых конфорок, но ситуация не шуточная. Здесь могло дойти и до взрыва. Чтобы не попасть в такую ситуацию, допускать газовой системе необходимо только профессионалов. В этом году в двух городских УК создали специальные профильные отделы. Включить договор и уточнить все моменты по обслуживанию газового оборудования можно и в своих управляющих компаниях, в том числе и в дни открытых дверей. В эти выходные в Клину и Высоковске жильцов принимали сразу 5 управляек. Формат встреч, что называется «глаза в глаза», проходит уже третий год в рамках губернаторской акции. В этот день любой желающий приходит с жилищными проблемами прямо в кабинет директора УК. Дмитрий Семенов, главный по подъезду в доме Волголамское шоссе 3А. У него много вопросов к Клинской теплосети. Когда до конца благоустроят двор, помогут решить проблемы с мусором и канализацией? У нас в подъезде по техническим, скажем так, по проекту у нас часть стояков канализации, холодного, горячего водоснабжения оказалась на месте общего пользования. Управляющая компания нам обещала помочь закрыть все это дело в короб, чтобы не нарушить во время там заноса какого-то тяжелогабаритных вещей, чтобы просто не повредить наши коммуникации. День открытых дверей тем и хорош. Многие вопросы решаются на месте. В обсуждении участвуют сами коммунальщики, член ассоциации многоквартирных домов, госжилинспекция. Им задавали разные вопросы, но самый актуальный – о договоре на газовое обслуживание. Сейчас очень много и взрывов, и утечек газа идет по всей стране, не только по Московской области. И заключение договоров ведет к тому, что управляющие организации и специализированные газовые службы будут приходить, проверять это ежегодно. И в случае выявления каких-то нарушений, либо менять плиты, либо давать предписание там на что-то, либо сами проводить ремонты. Всего со своими проблемами в эту субботу обратилось почти 50 горожан. Следующий день открытых дверей пройдет во втором квартале этого года.